не требовал, только успевай поливать. В металлургическом районе Челябинска проходит 56-я выставка плодов и цветов. Здесь собрались садоводы-любители, представители садовых товариществ. Даже школы и детские сады показывают свои урожайные рекорды, интересные поделки различных зайчиков и чебурашек. В Доме технического творчества решили, что по кабачкам и помидорам им садоводов не обойти, и привезли свой оригинальный экспонат. Гусеничный танк учащиеся создавали целый год. Так как дом у нас технического творчества, поэтому ребята предложили создать нечто на гусеницах. Ну, это вместе с разработкой и подготовкой около года. Но он еще не доделанный. Ждем предложения от ребят. В этом году выставка юбилейная, приурочена ко дню рождения металлургического района. Он отмечает 70 лет со дня основания. Организаторы признаются, что в этом году посетителей особенно много. Горожане смогли не только полюбоваться на дары садов и огородов, но и приобрести рассаду и саженцы. И что тоже очень ценно, получить консультацию по уходу за растениями. Вот видите, приобрели саженец для своего любимого сада, будем выращивать. Ну и гостинцы детям, как всегда. Выставка в металлургическом районе традиционно предваряет еще более крупную. 20 августа в парке имени Гагарина пройдет уже городская выставка плодов и цветов. Помимо демонстрации овощей и фруктов, на ней выберут лучшую в Челябинске цветочную клумбу. Наталья Трачева, Юлия Расторгуева, Айдар Насыров, ОТВ.